100 лучших товаров России объявлены. 8 из них из Забайкальского края. Сегодня в краевой администрации прошло награждение победителей и лауреатов федерального этапа всероссийского конкурса. Конкурс «100 лучших товаров России» проводится ежегодно с 1998 года. Испытания для бизнесменов проводятся в два этапа – региональный и федеральный. В этом году заявки на участие в Забайкальском крае подали 43 организации. Но по результатам отбора местной комиссии на всероссийский уровень попали только 8 из них. В итоге в Москве оценили забайкальские мясные консервы, произведенные атамановским домом-интернатом, два вида минеральной воды, тепловые насосы читинского МАШ-завода. Примечательно, что теперь в конкурсе могут участвовать и организации, оказывающие различные услуги. В этом году дипломами лауреатов и почетными знаками были награждены Центр «Спасатель» за комплексную программу реабилитации для детей-инвалидов и Центр восстановительного лечения для детей «Феникс» в области здравоохранения. Добавилась номинация «Услуги», «Продукция художественных промыслов». То есть конкурс стал всесторонним, и количество предприятий, если мы в 98-м принимало предприятие 17, то уже в 2012-м около 50 предприятий принимало участие в конкурсе. Светлана Тулунова, Евгений Погорелый, «Время новостей».